Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем цикл розыгрышей призов. Сегодня 40-й розыгрыш призов. Мобильный телефон я разыгрываю среди тех книжечек, которые вы купили на сегодняшний день. Сегодня у нас скуплено более 44 тысяч книг, но не более 45 тысяч книг. Итак, Настя нам помогает, Анастасия Вячеславовна. Нам поможет сегодня доставать шарики, а Сильвия Александровна будет приклеивать номерочки. Итак, раскручиваем лототрон, затронули эти шарики, как всегда. Определяем последнюю цифру порядка номера. Что ж ты к камере задницы-то повернулась, Настя? Ну, я стесняюсь. 5! Цифра 5, молодец, красавица. Ну что ж ты не показала туда? Ну, там уже поздно, ну, сбросила, ну ясно. Цепляй 5 цифр. Итак, лототрони 10 шариков, раскручиваем барабан. Или ты научилась считать до 5, как Буратино? Я обрадовалась, цифру 5 увидела, да? Настя, молодец. Да, так, Настя, куда ты смотришь? Настя, положи на место шарик. На меня смотри. О, молодец. О, вот так вот достала шарик, показала на камеру, цифра 2. Забросила лототрон. Раскручиваем, определяем третью цифру с конца. Настя, молодец. Ты профессионал, Настенька, я бы тебя всегда брал с собой разыгрывать. Но нужно менять руку на каждый розыгрыш, у меня новый человек. Один. Ну, конечно, один. Ну, ты покажи людям, подержи хотя бы, что ты сразу бросаешь. Ну. Итак, или ты думаешь, что это все записывается, эту паузу нужно, да? Раскручиваем лототрон, определяем вторую цифру сначала вашего выигрышного номера, вашей книжечки. Итак, цифра... Настя нам определяет, как она пристально смотрит в камеру. Молодец, бросай назад. 0. Итак, уважаемые дамы и господа, вторая цифра 0. И значит, первая цифра может быть 0, 1, 2, 3 и даже 4. Потому что 40 125 книг вы уже купили. Поэтому цифру 4 первую мы можем ставить. Изымаем из лототрона цифры 5, 6, 7, 8, 9. Остальные оставляем. И определяем первую цифру вашего порядкового номера. 40-й держи. Так, цифра 5. Нет, я забираю себе 6. Я тебе даю те, которые потом бросишь в лототрон. Итак, Настенька держит 2, 0. Настенька. Итак, очередной 40-й мобильный телефон. Мы разыграем с Настей 4, 1. Бросай. 5 шариков на лототроне. От 0 до 4. Раскручиваем барабан. И определяем первую цифру порядкового номера 40-го розыгрыша в этом году. Итак, напоминаю, ваша книжка играет каждый год 50 раз. Открываем. Настя, давай цифру. Первая цифра. 0. Цифра 0. Ядрит твою, бросай. Молодец, Настенька, я поздравляю. Ну, что я тебе могу сказать? Я так и что вам могу сказать, уважаемые дамы и господа? Что значит нет? У нас всегда есть 0. Вот. Я еще раз напоминаю. В моих цифрах нет никогда перед цифрами нуля. У меня есть всегда нормальные цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нуля перед цифрами нет. Поэтому эти два нолика мы изымаем. И получается, что выигрышный номер 40-го тиража в этом году 125. Ёкаловны, ребята, номер 125 куплено ровно 2 года назад. Может быть, даже еще и позже. Но сегодня она выиграла. Я еще раз напоминаю, ваша книжка участвует во всех розыгрышах каждый год, 50 раз. Вы выиграли мобильный телефон. Заходите ко мне на сайт, проверяете, номер совпадает, я вам высылаю ваш мобильный телефон в любую точку мира. Я вас поздравляю, постоянно заходите на сайт. И не выбрасывайте книжечки, они всегда играют в каждом розыгрыше. Без приза не останется никто. На сегодня все, 40-й тираж закончен. До свидания.